Так, для тех, кто смотрит записи, это такой коротенький получасовой обзор. Активировал премиум на ваш канал. Здорово. Получасовой обзор героев Overwatch. Сейчас взяли одного из самых ДП... самого ДПСящего, наверное, героя. Это Бастион. В ульте у него режим танка. Стреляет и катается. Сам себя может ремонтировать, причем бесконечное время. Может становиться турелью, в котором, собственно, и наносит максимальный урон. И, ну, собственно, если он в турели, то он наносит повышенный урон, и еще щит перед тобой появляется. Короче, я планирую забраться на эту машину. Сначала нужно отстреляться. Доставьте груз. Отстреляться нужно сначала. А потом, собственно, сесть. Ой, рискую. Поехали. Так, это был Макри под ангелом. Меня сзади, кажется, кто-то атакует. А, нет, Ханзо тут. Где же ты, друг? Блин, не могу. Могу. Надо повернуться. Блин, меня с разных сторон просто. Вот для этих тем нужен саппорт-щит. Потому что у турели, когда вы в режиме турели, вы можете двигаться только на 180 градусов. То есть вы не можете прикрыть свои тылы. Поэтому да. Ну ничего. Сейчас главное дойти. Сейчас я разложусь тут, вижу там... Ханзо я вижу, вижу Ханзо. Минус Ханзо. Ульта пошла, тут жнец. Уходит сразу же, перезаряжаюсь, пока есть паузы. Так, подходить. Жнеца вижу. Он может стелепортироваться мне за спину, на самом деле. Он так и делает, кажется. Заходит за спину. Вот против жнеца очень неудобно играть. Там два снайпера. Ё-моё. Во-первых, снайпер справа, и турелька была вот наверху, да. Дичь. Так, есть ульта. Вообще без прикрытия очень сложно будет против такой связки работать. Там и снайпер, и жнец. Ладно, ультую, чего тут. Давайте попробуем пошуметь немножко. Праздник закончится сейчас. А, фара. Блин. И здесь фара. Ой, блин. Мне нужно прикрывать тылы, понимаете? Я не могу вот так вот один брать и... А, и съехал! Оп! Ну вот жнец зашел, ультанул за спину, и все, и ничего не сделать. Смотрите, выходит, и тут сразу три цели. Только трейсер успела свалить. Крисолит 02, ну зачем ты спамишь-то постоянно? Ну прекращай. Уже там третью трансляцию, одно и то же пишешь. Так, спешим на помощь пацанам. Тут я вижу, еще идет замес. Я встану пораньше, чтобы вот фару убить. Чтобы жнеца покоцать. Ну я рискую, конечно. Еще фара. Он мне за спину заходит. Успел двоих убить? Успел. Но они тут все мобильные. То есть у них две фары. Жнец. Ну, хотя ангел и бастион, это ладно. Это терпимо. Медленно продвигаемся, очень медленно. Надо до чекпоинта дотянуть. Очень зря я так. Там же еще телепортироваться может. Жнец. Я вижу, что здесь еще кто-то был. Ну, убил, да. Я ульта... нажал ульта, но не успел. Так, давай... Нет, не надо выбирать нового героя. Отыгрываем за Бастион.
Вот, с одной стороны, если вы держите там противника там буквально 2-3 секунды на мушке и при этом стреляете, то кем бы он ни был, он сдохнет с очень высокой вероятностью. Ну, естественно, не в таком режиме, а в туретном режиме. 30 секунд, 30 секунд. Надо подходить, ультовать. Ладно, поехали. Ой, тут турелька. Блин. Ну вот как раз дамаг того же самого бастиона. Это при том, что у меня x2 по хп. Класс. Кажись, мы... Дополнительное время очень быстро проходит. Там никого рядом нет, это ГГ. Беда. И, скорее всего, сейчас будет жнец с топовым... Да-да-да. Ну, и как раз тот момент с врывом, с ультой. Когда в спину зашел. Да, это он. Раз, два, три. Или... Нет, не он. Добро. Там спрашивают, когда фуфа будет. Да не переживайте. Фуфа можно играть в любой вообще момент. Через год, через два, через пять или через десять. Абсолютно хреново. Отыграл 7 убийств, 6 смертей. Для бастиона это стыд. Я постараюсь забыть это, как в страшном сне. Нужна какая-то карта на дефенс в первую очередь, чтобы не надо было постоянно менять позицию и... И желательно, чтобы кто-то еще прикрывал. Потому что у бастиона самая главная проблема — это тыл. Трейсер, запрыгнутый в тыл. Кстати, Гибралтар. Здесь очень хорошо можно позащищаться. Но мы играем за атаку. Да, так. Капец, если я сейчас возьму бастион за атаку на Гибралтаре, меня, наверное, просто все заминусят. Ну а что делать? Давайте попробуем так. Играю за красавчика. Да я хочу просто поиграть, вот хотя бы по полчасика за каждого из героев. Потому что нам все равно дадут оборону. Все равно мы увидим, как бастион работает на обороне, как он стоит на ключевых позициях. Но в атаке, конечно, ему очень сложно, потому что атака подразумевает какую-то мобильность, а он в своем естественном состоянии стоит на месте. Двигаться не может, поэтому... Поэтому все плохо. Вот хороший вижен. А, слушайте, это... Ну, тут тоже за бастион сложновато. Фархим, а возьми, пожалуйста, Райнхарта. И на крышу, и вперед. Давай покажем, как надо делать. Атака начнется через 30 секунд. Там Фархим в игре есть, и он, в принципе, может подстроиться. А, мне кажется, что он не слышит. Или игнорит просто. Вот. Беда-то какая. Просто я бы тоже запрыгнул на крышу. Вижу фару сверху. Здравствуйте. И надо, наверное, сразу разложиться. 5, 4, ангела вижу. 3, а, нет, турелька вражеская. 1. Поехали. Началось. Ой, патроны кончились. У него, правда, тоже. Я первый его убил. Турелька на турельку и турелькой погоняет. Вижу наверху пацанов. Ангел. Тут Ханзо стреляет. Ангел через шифт подлетает к Ханзо. Ой, Ханзо как месит, а. Зачем ты мне урон-то делаешь, ангел? Может, все-таки это самое? Хреново с хп. Сейчас через базу и позицию заодно и подхиляюсь. Спасибо уже. Так, нам нужно также до цели добежать и, собственно, ее... Вижу. Так, есть вижен. Ой, все. Ну давай, 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 давай. Выходи, те. Как они грамотно это делают.
Блин, я тут один очень уязвим. Кажется, вот он пришел уже по мою душу, да. Там я помнил, что сзади у меня есть товарищ, но... И знал, что жнец может обойти, потому что, ну, вы видели, когда ульта действовала, он обходил слева. И надо было, наверное, менять диспозицию. Ну, или, по крайней мере, приходить в мобильный режим, чтобы иметь возможность хоть как-то отстреливаться. На большой дистанции... Опа, хорошо, его сняли. Это, кстати, момент, когда мы можем занять, правда, фара сверху. Давай-ка я здесь еще фару попробую отстрелить. Взлетай. Она любит взлетать. Нет, фара забила на нас. Вон она справа. О, танк-мод пошел. Так, давайте я вот здесь вот с угла встану. Там очень часто стоят снайперы и пытаются за... постреляться. Раз. Так, фара закидывает. Как она, откуда она? Давай, вылетай, подруга, ну. Нет, не получится. Она сверху. И не только она. Ой, хорошо, вот сейчас дамага было... нанесено весьма много. Там резурект пошел. И сверху Ханзо стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Жнец великолепный контрит бастион. Так же как трейсер. То есть у него как раз есть возможность оказаться. Да и ДПС у него дикий на средней близкой дистанции за дробашей своих. Ты же турель, лечи себя сам. Точно, на Ешечку же можем себя лечить. Точно, вот так вот берем и восстанавливаем ХП. Надо идти вперед, пацаны, надо идти вперед. Они отступают, пару вижу. А, готово. Но нам же нужно с целью двигаться вперед. Там вроде как был резурект. Ну где же вы, девчонки? Сейчас опять ко мне со спины могут. Так, вижу Ханзо, вижу Ангел, вижу... Так, обходит этот... Ох, рискованно. Можно зайти ультануть, попробовать. Сейчас подлечусь. Ладно, поехали. Ультанем разок. Пара сверху. Сбили, но убили нас тоже. Вообще, по всем вот фразам ключевым, ливень, возмездие там, или... Что там еще? Ну, их там дофига. Они все сопутствуют старту того или иного ультимейта. Поэтому даже если персонажа не видите, очень полезно реагировать на звук. Хотя бы приблизительно. Характерный там, например, у Ханзо, да? Ульта. Ой, телепорт. Он куда-то телепортировался. Блин, мне бы занять какую-то позицию хорошую. Но мы тут просто как... Так, давай так. Нет? Нет. Оп. Ульта от жнеца пошла. Ой, вижу танк. Так, это гном с турелью. Убили. На меня заметили уже. Ультуем. Да как? ХПшечка. Там наверху еще двое, фара с этим. Ну здесь я типа переживал уже. На меня сняли. Он же снял стрелой. Не добежал. Надо было чуть-чуть еще. Хотя, если бы я чуть-чуть наверх добежал, то, скорее всего, меня фара бы сняла бы. Опять замывает. Воздух фара. Одна минута. Это трындец, ребят. Это просто трындец. Турель.
На атаке играть за бастион — это тот еще маразм, на самом деле. Попробую забраться на... Главное, чтобы сзади никто не убил. Так-то я могу зайти. Так, стоп. Не, давай-ка лучше так, он повернется сам. Ульта пошла от Ханзо, и это минус. О, резурек! Какой своевременный резурек! Давай-ка. Есть, до чекпоинта дошли. Ульта есть. Ультуй. Ой, как по себе долбанул-то. И сзади тоже. Ой, пацаны, у нас есть 2 минуты с вами для того, чтобы попытаться пройти дальше. Но я, блин, бастион в атаке. Это же просто что-то с чем-то, ну. Бастион в атаке. Хотя если сверху, вот здесь второй ярус есть, насколько я помню. И вот можно попробовать рядом с снайпером разложиться. И оп-оп-оп-оп. Надо было чуть ближе к этому, к проходу справа. Там фара вижу. Да, вот так вот. Раз. Жнец сейчас будет за спиной. Надо его хотя бы в базовом режиме. Отлично, фара тут стреляет. Я раскладываюсь, не успею, скорее всего. Там сзади меня убило. Кажется, вторая фара. Ух ты, какой ангел у нас классный, а? Воу-воу-воу-воу, полегче. Да ты достал. Одна минута, ё-моё. Наш продвигает вперед. Надо подойти поближе. Здесь разложиться. И работать по любой стеле, которая появится. Готово, раз. И это еще не последняя точка. Это там еще откроется. Нам нужно до ее хотя бы до сюда дойти. Ой, жнец сзади. Ангел рядышком. Жнец. Жнеца не добил. Там Ханзо справа. Ультует Ханзо! Блин! Ох! Я выжил только потому, что врубил ульту и попытался уйти. Но вот убил ли, кстати, ее в конце концов или нет? Да, мы вместе умерли с ней. 5 секунд. Вряд ли мы там... Там уже никого из наших нет, да? Да, беда. Просто... Это какой-то... Трансформируясь, кричит, говорит, аспирант. Да... Миша, нам что-то будут выделять, говорит Страйкер. Кому? Кому? Редактором ты имеешь в виду? Модератором? Как он ультанул тут шикарно, а? Еще там вдову добил, в конце концов. Бастион MVP. Не фейспалм поставил, не пом. Спасибо тебе, не пом. Бери уже героев по ситуации. Да. Нет, я доиграю бастионом, потом, скорее всего, просто выберу героя, который будет хороший там и там. Ну, что это такое? Ну, в конце концов. Почему без вебки стримишь? Ну, зачем тут, как бы, нужна вебка? Главное, игра и голос на заднем фоне. Приятно было поиграть против себя и Абвера в первый день, было весело, говорит Артем Dynamic. Здорово. Да вообще веселая игра, динамичная очень. Бастион по красоте, не слушай их. Но у нас есть еще время на оборону. Вот, вот оно. Вот где мы должны отыграть за бастиона. Вот если бы Фархим на самом деле взял в прошлой игре щитовика, мы столько раз вот вчера проходили подобного рода миссии просто за счет связочки турель плюс щит. Но он, видимо, не слушает. Привет, Бобер, как оно вообще, спрашивает Ерича. Все нормально, все отлично. Надеюсь, у вас тоже все в порядке. Как же мы увидим кота без вебки? Зачем вам кот? Итак, бастион, вспоминаем еще разок. Что может бастион? Бастион может все, это я как бы мало чего могу. Саморемонт, смена режима. Да просто 2 кнопки, по сути. И все, и стреляю с пулемета. Грамотно занятая позиция и нормальный саппорт.
Кстати, в первую очередь турельку можно поставить либо вот справа. Там достаточно сложно оббежать ее. Можно сделать какой-нибудь наглый вариант, поставить турельку, как в прошлый раз против нас сделал товарищ вот здесь вот. Но, на мой взгляд, это... Так, а где? Давайте отталкиваться от того, где Райнхард. Он не наверху случайно? Да есть же, он знает, что делать! Щит поставил, хорош! Хорош! Все. Ну, вот это будет страта. Фух. Тут и ангел еще, он перебор, как кажись. Так, все, моя задача лупить, как анка-пулеметчица бешеная. Начинается атака. Работаем. Остановите груз. Минус один. Турелька вторая ставится. Ну, у нас тут два щита, у него... Минус два. Ну, чё, как, я готов. Они будут снизу обходить. Трейсер-то идет. Трейсер-то идет, спасите! Ладно, я сам должен еще по... А, ее принимают. Слушайте, может, я зря, кстати, это сделал. Еще минус Райнхард. Турельку вижу справа. Ой, то есть слева. Ханзо А, нет, там саппорт. Так, минус турелька. Вот представляете, как здорово на обороне сидеть. Капец. Трейсер... Там сзади пытается что-то сделать, но мы ее перекрываем. Вдова работает. Поверху фара вроде летит. Хотя мне могло показаться, на самом деле. Стоишь и лупишь просто. Ханзо, Ханзо. Саппорт полетел. Ханзо там пытается выстрелами. Ой, как хорошо. Ульта есть. Солдата взяли. Он альтернативочкой. Ой, там что, джуз? Нет, нет, не джуз. Еще апает ангел. Вообще найс. Ай-яй-яй! Чё ж вы не прикрываете, блин? Я так хорошо стоял. Серию сделал. И тут как бы выходит... И все такие, оп-оп, а как так? Как стоял? Просто, просто это мое было место. Как памятник. Мой кот сидит рядом и сильно огорчен твоими словами, что не будет Бесса. Старфорж говорит. Ну, Старфорж, ну... Ну, Бесса занята. Она спит. Это наши. Слева вижу... А давай-ка ультанем. Че вот вы тут... Так, надо... Да как так-то? Убил, но это что-то маловато на одну ульту, на самом деле. Резурект пошел. Я поставлюсь пока здесь. Ну, потому что... Трейсер. Сейчас она за моей спиной будет. О, этот с ультой. Блин, я лучше лечить, чиниться буду. Но, правда, это недолго. Это будет недолго, аптечка. Давайте, давайте. Ноль! Заманил. Ханзо ультует. Там где-то пролетело что-то у кого-то. Надо бы мне вообще бы... Наверх бы забраться и позицию занять новую. Для турели специально созданную. Это займет какое-то время. Или лучше понизу уже. Пофиг. Ну вот, уже надо сражаться. Минус еще один. У них, кстати, нет ни одного... У них только это, в трейсер из людей, который может быстро преодолевать расстояние. Ну, и оказывается за спиной. Вот, поэтому мы держимся, мы отлично держимся. Я вот туда хотел забраться, но... А может успеем еще? Они все что-то пошли вперед. Один минус, второй минус. Не, плохая идея. Очень плохая идея. От меня никто не скрывается. Так, справа, значит, судя по всему, солдат. По центру этот бафующий музыкант. Здесь Макри, за ним Ханзо. Они все обходят поверху и, возможно, появятся вот здесь вот, да? Или снизу подойдут, или... Ну, в общем, пока держу дверной проем. Тем более,
Блин, да что ж вы... Куда вы лезете? Ну зачем? Ну, ребят. Иногда бывает скучновато, конечно. Сидишь себе как... Сидишь себе в одиночестве гордом, башкой вертишь, ходить не можешь. Реально, надо было передислоцироваться, успеть. Ладно, поехали. Где-то здесь должна быть лестница. Вот, например, отсюда можно забраться. Или вот там тоже проход есть наверх. Макри ультует. Вот он, Макри подходит. Раскладываемся. Вон они снизу будут. Блин, неудачно я встал. Ой, какая плотность там высокая. Так, три слева. Три слева, да? Работаем. Ангел минус. Трейсер минус. Дело-то не хитрое на самом деле. Жмешь одну кнопку и держишь на прицеле. Вот и все. Фархим стоит со щитом. Тут турельку делает, кажется, да, наш друг. Кажись, справа солдат от кого-то отступал. То есть, скорее всего, да, он отстреливается вроде как. И слева тоже пробивает, пытаются. Но держимся очень хорошо. У них осталось чуть больше одной минуты для того, чтобы попытаться... Слева снайпер работает. Осталась одна минута. Ну, им сейчас нужно давить. Я буду держать, конечно, вот это вот. А, вот так вот. 40 секунд. Готово. Трейсер. Макри. Оха, фара. Я ультую. Ну, пытаюсь закинуть там, во все стороны в разные, не знаю, там, может, по кому попадет. О, нет, зря разложился! Сами... Серия из 8 убийств, резурект идет, у них 15 секунд на продолжение атаки, они обречены полностью, просто полностью. Ничего не сделать. Ну, им нужно доехать, короче, это ГГшечка, ГГшечка! Ну, то есть, Бастион это чисто такой стационарный шестиствольный пулемет с огромным ДПСом, уязвимый сзади. Лучший игрок матча. И в атаке его использовать ни в коем случае не рекомендую. Он в защите must have просто. Обязательно должен быть. Так, пацаны, в чатике, кого следующим героем брать на полчаса? Герой на полчаса. Продлевать этого не будем. Ух, хорошо, Фархим. 14 косарей урона заблокировал. Это много. Ловушки лучше ставить таким образом, чтобы их не было видно до тех пор, пока противник не зайдет. Так, здесь еще аптечка есть. Хорошая. Вот Рейнхард врывается. Щит выставляет, гад. Тут саппорт, но вроде он еще хп взял. Ну, норм. Минус 3. Капец. 5 килсов.